Здравствуй, Алексей. Я хочу рассказать, как я понимаю, необходимо составить указатель к правилам Санхи с отсылками от МНО или Уитни к Панини. Итак, чтобы составить конкорданс правил Санхи, надо понять, что чему соответствует. Сперва, конечно, нужно выписать все соответствия, которые дает МНО к Уитни. Это раз. Потом надо понять, что из Уитни соответствует чему из Панини. Задача уже не такая тривиальная. Значит, есть у нас на сайте Sanskrit Documents 8 книжек. Значит, нужно отсортировать по Калмуди, то есть чтобы была тематическая разбивка, а не как сейчас по номерам сутр, когда все идет подряд. Нажали. Потом All. Значит, так, еще раз надо нажимать на Калмуди. Нет, не надо было нажимать. Чтобы было по Калмуди, чтобы было по темам. Так, значит, нам нужно 47-177. Это значит, что все, что касается Санхи у Панини. 77. Так, нашли 77. Значит, это говорит, что в Панини это будет 6 книга, 1 глава, 92 сутра. То же самое записано здесь, только более загадочно. Да. 77. Тире, значит, 177. Я отдельно скопировал. Это получается сколько у нас? Это получается 102 сутры. И, собственно, что можно сделать? Можно найти их у Бёртлинга в немецком издании. Вот страница 309. Собственно, вот. Für die Vokale. Вот это сутра. С комментарием. Комментарий идет с уступом. Есть французский перевод Рену, 134 страница. Собственно, здесь идет отсылка к комментаторам. Ну и самый развернутый разбор у Шармы в его шеститомнике. Тут почти на целый разворот. Вот. По-хорошему, наверное, надо было бы этот комментарий или хотя бы эти примеры включить в наш комментарий к МНО. То есть не просто что чему соответствует, а почему. Ну и в общем убедительный пример, наверное, нам не помешает. Поэтому я бы Шарму взял, наверное, за основу, потому что Бёртлингер, наверное, тебе покажется сложно, труднодоступными. В общем, так бы я составил указатель к правилам с отсылками от европейских описаний к Панини. То есть я никогда не видел ничего похожего в печатном виде. Никого, кого я спрашивал, никто такого тоже не видел. Поэтому, в добрый путь. Спасибо.